Современная медицина относит к заболеваниям, которые передаются половым путем, все инфекции, которые могут перейти от человека к человеку при сексуальном контакте. Кстати, при таких недугах страдают не только гениталии, но и другие системы организма. Допустим, если мы говорим про сифилис, то чаще всего это проявляется на первом этапе кожное высыпание, может быть какой-то зуд, высыпание на половых органах, на теле. Если это заболевание не лечить, как бы ни внимания не обращать, то в дальнейшем разрушается центральная нервная система. Также могут быть участки разложения тканей. Если после незащищенного контакта вас начало что-то беспокоить, зуд, кожное высыпание, нужно немедленно идти к врачу. Сегодня эти заболевания успешно лечатся. На базе поликлиники номер 1 работают 3 опытных дерматовенеролога. Основная запись на прием ведется через госуслуги. Базовые правила есть. Так как это заболевание в основном передающееся половым путем, соответственно, профилактические мероприятия, они само собой разумеющиеся, то есть это избегать беспричинных половых связей, не злоупотреблять алкогольными напитками, наркотическими веществами, так как под их воздействием как раз-таки чаще всего происходят эти беспорядочные половые контакты. Так. И, конечно же, это индивидуальные средства контрацепции. К сожалению, многие стесняются идти в больницу и занимаются самолечением. Это в итоге приводит к дальнейшему распространению инфекции и развитию множества осложнений, в том числе бесплодию. Врачи настоятельно рекомендуют ответственно относиться к своему здоровью. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».